Всем привет! Сегодня 14 июля Кейт появится на финальном турнире в Уимблдоне, а ее муж в это время будет на финальном матче по футболу. Почему она появляется на Уимблдоне? Наверное, потому что она любит этот вид спорта, хорошо умеет играть в теннис и любит именно Уимблдон. И говорила раньше она, что ей нравится атмосфера, неважно, где сидишь на этом турнире, что там делаешь. Просто атмосфера самого Уимблдона очень-очень ей всегда нравилась. Ну, в общем-то, вот такое коротенькое видео. Всем всего хорошего и пока-пока. Now the atmosphere there is incredible. Whether you're sitting on Henman Hill or being fortunate enough to be in and just wander around the ground courts, it's hugely special. And I was very fortunate that I did get through. It was quite late in the day, I'm not going to lie.